ну я так вкратце. Вы расслабили ног, да, человека. Нагайка слаживается. Делается веничек такой. И потихонечку начинаете обстукивать. И вот таким обстукиванием вы разбиваете, скажем, зажимы, которые образуются в человеческом теле. Плюс сам веничек, веерная работа, веничек подобное, он хорошо ложится на плоскость тела. Не болезненно. Ну как не болезненно? Так ты самую рукоять, не, ну так, еле чувствительно, так знаешь, что ты смотришь. Не, я тебе, ты сейчас лежи, просто потом ощущение. Это все, значит, тоже по позвоночнику не бьется. То я сразу буду там секреты выдавать, там все это. По позвоночнику не бьется никогда. Работается все, как стекает вода. 45 градусов туда, 45 градусов туда. То же самое и тело. Вот она хорошо ложится. Вот видите, это плотно. Да. Она хорошо ложится. Ну и руки, да? А голову? Голову нет. Зачем? Потом смотрите, вот ножка, да? Я вот. Нога. Смотрите. Да. Пяточка. А я бы уже ухохоталась. На ступне, да, там находятся все точки. Как бы. На ступне очень приятно, реально. Только не крапки есть. О, вот это прикольно. Так же самое, если надо уплотнить, все как подобно с веничным массажем. Тобто, если воин профессиональный, он, я работаю что с саблями, что нагайками, что веником. Угу. В принципе, одинаково. Баня. Это надо в армии преподавать. Ну, выпускайте, так же самое делается со всем. Потом, продавливают, да. Ну ты понимаешь, да? Да, точка. Вот эти все элементы, все. Тут точка, не то что у меня там какие-то личные симпатии. Я знаю, что там точка, да. Саша, ты сейчас вот о чем? Ну, аж европейская страна. Когда ты знаешь, когда ты ее чувствуешь, ты знаешь, что там точка. Да. Видишь, она как бы хорошо ложится, что-то может там, в отличие там ноги пальцем не попадают. Ну это уже говорит о профессионализме человека. То же самое прокатывается по телу. Это уже самим ухватом. Это с области лимфодренажного массажа. Саня, сверху вниз, снизу вверх? Да, ну значит, да, ноги по-любому снизу вверх. Ты поднимаешься, чтобы веником, ну, баня. Все работает от ног вверх. Нельзя сверху, особенно для бани, нельзя с головы начинать ее. То же самое и здесь используется. Вот она примерно, рукоять, она примерно вот здесь вот на вот такую вот точечное вот здесь. Позвоночник получается. Да. Не затрагивается. Прокатывает именно позвоночник. Ну это так. Кратко. Ты же даже не нажимаешь, да? Ну, он или что? Нужно нажимать? Нажимаю, конечно. Да. Обратно. Ну, один заход сделали, посмотрели, как человек. Хорошо, нехорошо. Всегда надо прислушиваться. Живой? Да. Все, теперь вставай, я покажу на Гришане. Ну, это так, кратко. Ложись, Гришане, я покажу. А, вот это положение веника, да? Посмотри. Я согнулся. Так, в отличие, видишь, от кубанки. О, кубанка идет. Да, Донское кольцо. Ну да. Да. Вот ты сложил веничек. Угу. Вот он четко ложится. И исходишь. Надо уплотнить, там, допустим, кто-то стойкий, да? Или сильно забитый. Так, как правило, у всех забитый. Да. Вот это вот голеностоп. Начинаешь прогревать. Особенно правый. И тут, то, что я говорил. Эти фазы.
самое, на ногу. Тапок снимай. Что давай, дурно? Да, используй, видишь, она хорошо. Угу. Зажита. Я понял. Потом надо уплотнить. Не, вот тут ты выжимал как-то. Да. А, вот ты выжимал. Шалыга, да. Угу. А, вот эта часть, это шалыга, вот это, да? Вот это круглая. Вот тут еще надо выучить, ну, из каких частей состоит, да, вот это. Ну, продолжит эту часть, выделяется эту. Ну и по позвоночнику тоже. Прокатывай за поясом. Угу. Нет, я понял. Прокатываешь. То же самое по позвоночнику. Все. Видишь, она ложится как раз. Как раз на вот эти две мышцы, да, спины. Да. Это так называемая паравертебральная система. Да. Что не передавливает позвоночник, она не влияет. Ну не давит, да, на кости. Да. Не, ну ты вот этой частью как бы прогреваешь. Плюс обратно, я прокатывал, можно протереть. Ты уже смотришь по человеку, как он себя ведет, как можешь ты ему дать давление, не можешь.